Ну что ж, друзья, вот мы прибыли на кемпинг. Вот наши друзья тут расположились. Та палаточка, что слева, они там живут. То, что рядом зелененькое, это туалет. Давайте я наведу камеру, раз у меня есть камера. Самонаводящаяся. Вот. Справа палаточка тоже. Это наша же. А вот океан. Море-океан. Тут вообще такой беспредел. Смотри, что творится. Вы слышите крики. Сейчас покажу, откуда. Это вот не с этого катамарана, нет. Там... Хотя на катамаране тоже, наверное, неплохо. Они там выпивают, закусывают. Вот она, водичка. Водичка, водичка. Водичка. Песочек. Давайте вам такую общую картинку покажу. Вот это называется все New Brighton Beach. New Brighton Beach. Город, я думаю, это город Капитола. Так, если так мы захотим административно его определить. Сегодня много народа. А вот смотри, куча народа. Где? Где много? А вон, не доходя пирса, видишь? Вот такая. О, перед пирсом. Ну-ка, давайте. Так, пирс мы видим. Давай пойдем там, туда. Там Капитола, и там популярный пляж, наверное. Так, да ты что? Да. Я хочу за. Так, идем. Так, ну, вот тут где-то, да. Вот там какие-то люди собрались, друзья, наверное, им хорошо. Вот, там весело, и, собственно, и мы тут тоже не скучаем. Просто я вам показываю антураж такой, где мы тут расположились. Это, друзья, не из нашей компании, а это там подальше сидят. Видно, что люди отдыхают. Вот с этого самого берега, друзья, с этого самого берега, вот где я тут стою, Лермонтов, увидел парус одинокий, и ему в голову вот пришло. Он и написал, тут же записал. Белеет, белеет парус одинокий в тумане. Море голубом. Да. Вот, друзья, наш, ну не наш, а вот нашей стоянки, так сказать, Motorhome, он же RV. Вот Ирина, а вот ящик железный. Если вы думаете, что Ирина привезла этот ящик сюда на своем RV, это не так. Это не так, ящик был, причем он явно новый. Да, они его недавно поставили, в прошлом году не было. Не было ящиков. А для чего ящик? Чтобы звери, чтобы не залезали. А какие звери могут прийти? Ну-ка, ну, ракуны тут бегают. Покажи, не то, что медведь какой-нибудь. Нет, вот, ракуны. Друзья, в горах калифорнийских медведи. Ну, открой. Там... А ты знаешь, очень трудно его открыть. Ой, вот. Слушай, сделано, интересно. Тогда алкоголь туда надо спрятать, чтобы они не сожгли, не выпили. Неправильно, что угодно. Вот так, друзья, вот так. Потому что каждую ночь мы слышим, как эти ракуны в помойке. Ракуны это по-нашему и... кто будут? Как по-простому, ракуны по-нашему, да. Еноты. Еноты, вот. Точно. Так, Ириша, что это? И, кроме газового баллона. То есть баллон, я понимаю, что баллон. Это такие рефлекторы, для, специально, чтобы аутсайд греться. Не везде можно костры жечь. Я что-то не вижу, чтобы она грела-то. Ну, ее включить надо. Ах ты ж. Это мы вечером ее это включим. Уловка это как такая. Газовая плита, она включается. И реально греет? Очень здорово греет. На газу? Я тебе говорю, костер уже не нужен. Да ты что? Да. Друзья, вот это устаревшее устройство, с точки зрения сугрева. Но на нем можно что-то запечь, да? Нажарить, там, да. Нажарить, у нас там решеточка сзади стоит. Вот тут есть решеточка на цепях. Напоминает это кот ученый на цепи. Вот здесь на цепи совершенно другое. Это угли. Ну, не, ну типа угли. Это просто натурально дрова. Вот так, друзья, цинично в Америке продают дрова. Понимаете, вот то, за что... За $8 упаковка. $8 упаковка. Вы сразу у многих там шевельнулось, как бизнес делать. Да, пошел, нарубил. Причем, слушай, это же не просто какие-то плохие деревья, неценных пород. Это, может быть, какой-то даже редвуд, нет? Ну, тут смешанные дрова. Смешанные. Тут дрова купленные и не купленные. Тут разные. Да, но они экологически Миша, чистые. Тебе подано. Тебе подано. Так, так, друзья... А мне вот, пожалуйста, салатик, огурчик, салатик, Светочка, скажи, из чего ты его делала?
кроме гренки. Гренку я понимаю. Нет, это я сама рыбку коптила. Так. Вот это зеленюшечка. Ну, это не то, что ты сначала коптила, солила, а потом коптила. Это я солила, потом коптила. А нужно для того, чтобы коптить, сначала засолить. Да ты что? Да, друзья, как хорошо на свежем воздухе покушать копченой рыбки. Да, сделать вот такой реплэнишмент. То есть подкрепиться, пожалуйста. Давай. Друзья, мы с вами видим переносную кухню. Для кемпингов. Специально. Для кемпингов. А это их. И вот это справа, наверное, плитка, да? Да. Если ее так открыть, может быть. Ну, открой. Ты меня удивишь? Такого нет. Нет, там? Но все-таки. Это плиточка газовая. Вот здесь комфортка, а здесь это самое. Понятно. Грин. Вон но там у него все чистенько. Вот это баллончик, который справа, это вот к ней, да, пропан? Пропан, ну, хорошо. Да. Столик, правда? Или там что-то еще, кроме столика? Столик. Вообще-то сюда еще вешаются такие сетки, чтобы можно кастрюльки положить, как у меня там сзади сделано. Сетки. Вот там можно увидеть это. Пойдем. У нас, друзья, две кухни. Крючки. Знаете, крючки. Повесить всякие поварешки. Поварешки. Удобно. И вот это, знаешь, похоже, как капельницу вешают. Вот это, посмотри. Медицинский такой прибор. Просто здесь бардак? Тут две кухни. Ну да, две кухни. Значит, здесь на крючке вместо капельницы у нас полотенчик, что очень приятно. Ой, ой, ты как трогательно. Друзья, можно даже дома такое поставить. Это очень удобно. Ну, плиту мою грязную не надо снимать. А что она грязная? Ее потом помоют, будет чистая. Да, ее нет, моешь ее, она уже очень старая. А, окей. Она же не на мою грязную. Что еще? А вот без кастрюли, видишь как? О. Сеточку. Это не просто... Это полки, это ну, да, сеть, но... сетчатые полки. То есть сюда можно прямо ставить мокрую посуду, она будет высыхать. Да, а вот этот вот мусорник, да, это ведь тоже как бы такое компактное на самом деле устройство, но оно разворачивается в такую бочку. Ну, естественно. А так вот складываешь и не заметишь даже, что там. Друзья, мы сейчас с вами будем открывать бутылочку пива, вот чтобы вы видели бельгийское белое пиво. Да, Хогарден, да, так, значит, научный такой процесс, естественно, научный, оп, естественно, научно открылось, сейчас буду для вас пробовать. Я, друзья, последний раз этого Хогардена в прошлом году на этом самом месте, ну, употреблял для вас, все. Хорошо. Рассказывали, где тут Хогарден подается. Да. Там вот Боря говорит, что наши зрители в прошлом году значит, рассказывали, где можно купить такой в разных странах мира. У нас не то, что на каждом углу, но есть. Хорошо. Друзья, мы видим, как Борис снимает... Снимает. Что ты снимаешь-то? Крышку. Ну и все остальное. Нет, ну покров. Он в основном снимает покров. А что это вот, как бы сказать, это давно набито было мясом? Это было набито позавчера. А, окей. То есть это не то, что год стояло там, мариновалось. Мы увозим больше, чем привозим. Так, сейчас тоже буду нюхать. А пахнет чем-то? Луком. Луком. Луком пахнет. И так что будет с этим мясом? Шашлыки. В таком количестве. Жутко. А сколько, да, сколько же нужно людей, чтобы столько съесть? Да? Теперь перчатки. Народ. Оно холодное. Так, теперь, а это что, оружие? А, шампуры. Скажи, Боря, где американцы покупают шампуры? В Лос-Анджелесе в армянских Почему? Магазинах. Да, в любых персидских магазинах. Да, да. А в Лос-Анджелесе в армянских, а в Бэйэрии... У нас в Кремниевой долине армянских магазинов нет, покупают в иранских. Вот точно такие же шампуры. Хотя я, покупали их, я подозреваю, что, может быть, они и в интернете где-нибудь. Такие же точно. Нет, я не думаю, что они нет? Такие. Такие же точно, они сами сделали. Один в один. Ты думаешь сами? Тут что-то написано на них. Импакт. Как? Откуда-то импакт. Ну-ка, Светик, подержи, чтобы я перехватить мог. Так, вот оно. Вот оно что-то тут. Я не могу, я без очков не вижу. Арамко. Imports Inc. Ну, значит, импортированная из Ирана откуда-нибудь. Не, Арамко, я думаю, это Армения. А, армянская. Ну да. А твои именно из Лос-Анджелеса. Да, это Лос-Анджелес. Все. Друзья, это у нас кто? А? Это шашлык. Те, кто нет, смотрит нас, друзья, свинина.
из Армении. Это свиной шашлык, да? Да. Те, кто смотрит нас из Армении, друзья, вот, можно сказать, встретили земляков. Не в смысле вот нас, а шампуры вот эти. Ну а куда сами? Я все купил мясо. Так. Да, друзья, в чем специфика кемпинга американского? Культурно здесь. Вот раз, туалет на какое-то количество посадочных мест. Такой солидный, хороший туалет. Тут обычно еще и кабинки есть такие душевые, не только помыться. Вот, пожалуйста. Красота, лепота и все удобства. И даже паркинг. Вот, посмотрите. Вот можно, если, скажем, рядом нет туалета, можно подъехать. Вот тут табличка говорит, это для тех, кто в туалет. Ну что, друзья, вы видите, как пчелки, да. Пчелки налетают на не наше мухи. Мясо, но не мухи, нет, не мухи. Океан, знаете, пчелки есть, мух нет. Может быть, это свидетельство того, что мясо хорошее. Свинина. Любят пчелки свининку. Друзья, вы видите, что кукурузу смазывают маслом, причем не так, как все, казалось бы, нормальные люди должны были это делать. И руки все испачкать. А смазывается маслом, оп, подперли, маслица вышла. Специально, слушай, это такое ощущение, что вот это масло специально для, по формату, для того, чтобы загонять именно вот в эту штучку. Да. То есть так и есть, да? Да. Значит, ну-ка покажи эту пластмасску, покажи. Да, ну вот так. Ну давай. Уже не могу, на этот кусок не могу. Так, то есть надо брать. Да, оно было брать соленое масло, уже надо было солить. Можно и так тоже, но это соленое масло в одном брикете. Может быть, можно было подрезать. Ты права. Это неплохая очень идея. У нас же есть соленое ирландское масло. Я next time сделаю. Вот я, наверное, так и буду делать. Да. Ну, это специфически, да. Помню. Вы видите, друзья, что масла уходит много. Это масло впитывается в кукурузу. Это при термической обработке, при приготовлении. Да, масло хорошее, сливочное, это очень здоровый продукт. Как выяснилось. Да, для похудения хорошо. Да, особенно для похудения в самый раз, ребята. Сейчас кто хочет поесть, кушайте. Сейчас говорят именно для похудения. Да, кушайте.